И снова волки. Хищников заметили в поселке Шахты 44. Местные видят опасных животных уже в третий раз за последнее время. Накануне в поселке снова заметили волков. Напомним, летом из приюта для диких животных сбежала 5-летняя волчица Юта, задушившая домашнюю птицу в одном из частных домов. Беглянку поймали местные жители и передали хозяйке. Волчица оказалась ручной и не особо сопротивлялась при поимке. Владелица приюта, прежде чем забрать Юту, полностью возместила ущерб, нанесенный зверем. Не исключено, что животное сбегала еще несколько раз. Кстати, стало известно, что Юту застрелили в присутствии участкового. Животное якобы растерзало местного барана. Чьи волки разгуливали по поселку в этот раз, выясняется.